Всем привет! Уже совсем скоро Новый год. Я к нему всегда готовлюсь заранее, за месяц, а то даже и за два. Заказываю себе наряды с большим запасом времени, чтобы в последний момент не бегать по дорогущим магазинам и переплачивать вдвое-трое за платье. И в этот раз я также сделала, заказала заранее себе два наряда. Посмотрите, какая красота! Какая ткань, как переливается. Вот это первое платье, которое я себе заказала. Размер S. Обошлось оно мне в 20 евро. Но следите за ценами, потому что там то скидки, то цена повышается. То оно стоит 20 евро, то 25, то 27. Вот, так что следите и заказывайте, когда будет подешевле. Так, заказывала я размер S, так как ткань тянется, ни больше, ни меньше не надо. Села очень хорошо. Также там есть другие варианты цветов. Есть черное, есть белое и зеленое. Я очень долго металась между зеленым и сиреневым, не знала, какое выбрать, но в конце концов остановилась на сиреневом. Этот цвет просто покорил мое сердце. И второй наряд, который я заказала, так как будет год дракона, и его надо встречать либо в зеленом, либо в красном, либо в золотом цвете, я взяла свой любимый зеленый цвет. Вот тоже такая красивая блестящая ткань. Так как я ворона, люблю все блестящее, не могу пройти мимо блестящей тряпки. Так, тоже заказывала S. Это платье идет с запахом. Так, там также доступны другие варианты цветов. Есть черное, есть бежевое и такое красно-коричневое, как кирпичный такой цвет. Вот, ссылочки будут в описании. Заходите, смотрите, выбирайте, какой вам цвет нравится и заказывайте. Девочки, платья действительно очень красивые и сидят просто обалденно. Очень рекомендую. Ну что? Пойдем смотреть, как это все выглядит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем до новых встреч и хороших выходных. Пока!